Привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как я и обещала, с 1 ноября у нас начнется вот так называемый наш огородный ликбез. И я сейчас расскажу, о чем мы будем разговаривать, конкретно расскажу, и расскажу, по каким дням будут выходить видео. Потому что я понимаю, что не все темы интересуют всех абсолютно, например, все большинство подписчиков. Кому-то надо одно, кому-то надо другое. Поэтому я составила четкий план, чтобы человек знал, в какой день будет выходить интересующее его видео, и в какой день он может вообще не открывать и не смотреть. Так, ну сначала я скажу несколько слов, что будем говорить не только о выращивании растений. Я уже говорила, что будет более расширено. Буду рассказывать про удобрения, про препараты различные, потому что препаратов сейчас многие, очень много новых. Я буду рассказывать и про те, которые я использовала, и про те, которые я не использовала. Буду приглашать вас к обсуждению. Если ими не пользовалась я, может быть, пользовался кто-то другой, будем в комментариях все это обсуждать. Потому что одна голова хорошо, а две еще лучше. Про режимы хранения, потому что не столь важно получить богатый урожай, главное его сохранить. Довести до весны в хорошем состоянии. Не только про режимы хранения, но и про заготовки, про все-все-все. Вот, будет 3 раза в неделю выходить по одному видео. То есть в понедельник мы будет именно огородная азбука. Начнем с азов, будет теория о растениях, о томатах, о перцах, о других. Вот обо всем, о чем я знаю, я расскажу. Конечно, будет мало про сад, потому что я не знаю, про виноград не выращиваю. Я редко выращиваю малину. Больше всего упор будет, сразу я вам говорю, что на томаты, на перцы. Что там еще? Ну, будете задавать вопросы, на какие смогу, буду тогда отвечать. По средам будет, ну тут более, наверное, более женские будут видео. Тут будет именно огородная кулинария, заготовки, хранение. Также диета для огородников, гимнастика для огородников. Я для вашего удобства буду делать так. Сейчас сразу вам скажу, чтобы вы не путались. И среди большого количества, чтобы вам легко было найти. Вот если будет диета для огородника, вот как будет одна картинка на ней. Вот, например, какую я выставлю. Там первый день, второй, третий. И все остальные дни, вот эти постепенно буду рассказывать. Но они все будут под одной картинкой. То есть будет... Одно лицевое вот это фото, чтобы вам было удобнее. И огородная кулинария, наверное, тоже, или гимнастика. Вот как выставлю одно, и вся серия вот этих видеороликов будет идти под одной картинкой, чтобы вам удобнее было пролистнуть и найти именно то, что вам нужно. Ну и по пятницам будем рассказывать друг другу, как я уже говорила, про удобрения, про препараты, какие обработки эффективные, какие, может быть, и не надо обрабатывать, про улучшение плодородия земли, потому что все это надо изучать заранее, зимой, чтобы весной мы вышли и не думали, чем нам полить, чем обработать, чтобы мы уже точно знали, за зиму вы выберете себе, чтобы вы точно знали, что вам нужно купить это и это, а вот это вы не будете применять, потому что, ну, люди... По откликам людей, что это не очень хорошо влияет. Все. Вот я рассказала, как это будет выглядеть. С 1 ноября, там какой первый будет, не знаю, понедельник, среда или пятница, я календарь не смотрела. Но 3 раза в неделю я буду выкладывать видео. Пожалуйста, заходите, смотрите, определитесь по интересам, какие вас будут интересовать, какие нет. Но я думаю, что по понедельникам теоретические видео о растениях будут интересовать все, потому что все мы огородники. Все мы хотим, чтобы наши вот эти вот красотульки были как можно пышнее, как можно урожайнее, как можно больше дали нам плодов. Будем изучать их характер, их свойства, чтобы они нас любили. Но для этого надо сначала полюбить их. До свидания!